World Radio, the voice of hope, KSDA, Agat, Guam. The following program is in direction on 9460 kilohertz. Дорогие друзья, вас приветствует радиостанция «Голос надежды». Нашу сегодняшнюю передачу мы посвятим новому переводу Библии на современный русский язык. Недавно прошел в свет полный перевод Священного Писания, который выполнялся именем Михаила Петровича Кулакова из Омска. Мы уже знакомились с переводами о них Нового Завета. Затем мы обратились к Ветхому Завету и изучили Пятикнижие Моисея, книгу Иисуса Навина. Теперь настала очередь следующей Ветхозаветной книги, которая называется «Книга судей Израиля». Но сначала мы поговорим немного о самой книге, ее авторе, времени написания, предварив наш рассказ небольшим фрагментом из Писания. Судей своих не слушали, блудили с чужими богами, поклонялись им, легко оставили им путь, которым шли их отцы. Отцы повиновались заповедям Господним. Дети их приступали, когда Господь посылал им судей, то пребывал сам с этим судьей. И пока судья был жив, Господь спасал народ от врагов. Видимо, книгами, и в 6-м. Но едва судья уехал,